Халё-халё, и вы снова со мной на разборке, распаковке продуктов из стафеля. Начинаем! Моя волшебная тачечка, сундучок с покупками. И сверху лежит фоторамка. Вот такая новая фоторамка. Стоила она 2 евро. Я ее купил за 50 центов. Сегодня буду вытаскивать прямо из сумки. Так, вот это вот половинка вкусного. 20 центов стоит. Уже отрезали кусочек, съели с миндалем. Такая сдобная булочка. Дальше корзиночка винограда и одно киви. У корзиночки, по-моему, 2. Дальше сегодня было маршмеллоу для кофе. Дальше ветка бананов, которые надо сегодня, завтра, послезавтра скушать. Дальше паприка, снаки, протеин, сухарики. Так, 2 бутылочки латте. Мачиато, кофе-дринк, холодный кофе, по 330 миллилитров. Сегодня было масло. Па-пам! Это хорошо. Так, Брат гриль. Миткезе, томаты, базиликум. Вот что. Ага, вот такая вот фрайс, бананы, бананы, мюре. Сок с мякотью. И мюллер мильх. Какое-то молоко с бананом. Такого еще не было. Дальше пельмени, отбивные веганские, это тоже какие-то стейки, plant-based, куриные. А, вот эти фрикадельки мы брали, тефтельки. Дальше 2 гурген. А, вот еще 2 можно было брать. 2 разных взяла. И этих можно было 2 брать. Так. Что тут? Морковка была 5 штук мне дали. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Одно где-то выпало. Помидоров тоже, по-моему, дали 5. Сейчас посмотрим. Вот 3. Вот 4. Персики. Картошка, сеточка. Хлебушек черный. Вот очень вкусно с семечками. Йогурт кокосовый. И йогурт
вишневое. Еще корзиночка. Персики разные. Одна как нектарин, один такой. Дальше. Хлебная был. Черный хлеб взяла. И вот такие вот булочки с тыквенными семечками. А, еще виноград. Еще одна корзиночка. Две корзиночки винограда. Еще было вода Wasser Apfelmango. Первый раз тоже такое. Ой, самое такое большое. Это давали всем такую коробочку батончиков ореховых. Здесь 50 штук и вес кило 350 грамм. Можно сразу открыть. Шоколадные с ореховой начинкой. Это к чаю. Так, что еще? Еще корзиночка яблок, апфель, множественное число. Эпфель. Говядина сегодня была. Вот такие два стейка. Две шоколадки. И морковка. Пять морковок. Ага, помидоры только четыре. Так, что еще? Молоко вот такое, био фрише ольмильх, 3,8 жирности, в стеклянной бутылке. Вот и вся история. Этот набор 15,50. Как вам?